Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами проведем разбор заданий второй контрольной работы для 7 класса заочных курсов юниор по теме «Российское государство во второй половине 16 века». Первые 5 заданий представляют собой тестовые задания, в которых нужно было выбрать один правильный ответ. В первом вопросе: в организации похода Ермака принимали участие богатые купцы Строгановы, они Б. Они, по сути, тогда чуть ли не управляли всей восточной частью русского государства и были очень богатыми людьми. Кстати, владения Строгановых вошли в опричнину, в состав опричнины. Какая из русских крепостей была построена по проекту зодчего Федора Коня? Это Смоленская крепость. Смоленская крепость. Также, обратите внимание, Федор Конь возвел стены Белого города в Москве. Это тоже было в 90-е годы 16 века. А Смоленский Кремль строил на рубеже 16-17 веков. Закончен он был 1602 году. И, кстати, на время строительства Смоленской крепости было запрещено каменное строительство по всей территории русского государства, потому что все камни для строительства нужно было свозить в Смоленск, и на всей остальной территории Руси было запрещено каменное строительство. И крепость была действительно громадная и очень сильная. В 1570 году опричное войско предприняло поход на Великий Новгород, на Б. Правильный ответ, конечно же, Б. Иван Грозный боялся, что Великий Новгород может предать его и перейти к Речи Посполитой. Ну, конечно, его подозрения были надуманы, никакого заговора не было, но Иван Грозный был человеком подозрительным и мнительным, и вот ему показалось, что гордый и независимый в прежнем город может от его тиранической власти уйти к Речи Посполитой, поэтому он совершил туда поход. Настоящий, по сути, враждебный поход против вражеской земли, и Великий Новгород был разорен весьма сильно. Весьма сильно он был разорен, почти как вражеский город, хотя принадлежал самому Ивану Грозному. Вот такой был грозный царь. Годы правления монарха, при котором Россия была организована собственное патриаршество. Оно организовано было в 1589 году, и вы можете поэтому догадаться, что в этот период входит правильный ответ «Б». 1584-98 годы. Это годы правления Федора Иоанновича. Как раз при нем и было принято патриаршество на Руси. Хотя в основном заслуга в этом Бориса Годунова, но официально все-таки в это время правил Федор. Правил царь Федор. И пятое задание. Имя воеводы. Очень известный воевода, инженер, по сути, самый известный, который построил крепость Свияжск, я о ней рассказывал на лекции, Иван Выродков. Это Иван Выродков. Он также участвовал в взятии Казани, Полоцка в 1563-64 годах и строил крепостные стены Астрахани. Астраханский Кремль – это тоже его произведение, как Федор Конь построил Смоленский Кремль, вот так Иван Выродков построил Кремль в Астрахани. Задание 6. Нужно было выбрать те события, которые не относились к периоду царствования Ивана Грозного. Это А. Присоединение Рязани к Москве, оно состоялось в 1521 году. При отце Ивана Грозного, Василии III. Присоединение Крымского ханства вообще относится к 18 веку. Оно было присоединено при Екатерине II. И тут обратите внимание именно Крымское, не Казанское, а Крымское в задании.
Крым был присоединен только при Екатерине II в 1783 году. Это вы еще не проходили, поэтому должны догадаться, что это не относится к периоду Ивана Грозного. Потому что при Иване Грозном Крымское ханство было очень сильным соперником и довольно часто совершало свои набеги на Русь. И Смоленская война, это также не относится к периоду царствования Ивана Грозного. Это уже 17 век. 17 век. До последней лекции мы с вами об этом поговорим, о Смоленской войне. Это относится к периоду правления Михаила Романова, первого царя из династии Романовых. 1632-1634. Так что правильные ответы А, Г, Е. Созыв Первого Земского собора, создание стрелецкого войска, разделение страны на земщину и опричнину. Это, безусловно, относится к правлению Ивана Грозного. Б и В – это середина, самая середина 16 века. Первый Земский собор 1549, стрелецкое войско чуть позднее, ну, разделение страны на земщину и опричнину в самом конце 1564-го, начале 1565-го года произошло. В седьмом задании нужно было правильно определить, о чем рассказывают приведенные отрывки. Отрывок А рассказывает о штурме Казани. Отрывок Б рассказывает как раз о формировании избранной тысячи в период правления Ивана Грозного. Избранная тысяча – это своеобразная такая, предполагалась Иваном Грозным, элита русского войска, элита. Они должны были поселиться вокруг Москвы, и тысячи человек, и составлять такую ударную силу русского войска. Ну, по всей видимости, это намерение не было осуществлено Иваном Грозным, не хватило, видимо, земель ему свободных под Москвой, и поэтому это не была осуществлена задумка. Ну, хотя многие считают, что как раз избранная тысяча это предвестник опричнины, потому что опричное войско также создавалось, в принципе, по этому типу. Опричникам тоже давали земли, и они должны были с них служить. Ну, конечно, формирование избранной тысячи могло пройти гораздо менее кровавыми методами, но свободных земель никак не было, и надо было их как-то забирать. А как их забирать? Только насилием. Только насилием. Отрывок В – это как раз учреждение опричнины или введение опричнины, вы могли ответить. Как раз в третий день января прислал царь Слободы митрополиту список измен боярских и воеводских. И вообще он отказывался в этом послании от царства, отрекался от царства. Это, конечно, вызвало большое смятение в Москве, потому что кто же в противном случае будет тогда правителем на Руси? И без царя могла начаться опять раздробленность и все такое. И без царя вообще быть не полагается. И поэтому упросили Ивана Грозного вернуться. Он вернулся, но уже на своих условиях, на своих условиях. И основным условием было, конечно, введение его деспотичной власти. Его деспотичной власти. И в отрывке Г это пожар в Москве 1547 года, после которого, в принципе, Иван Грозный взялся за ум. Этот пожар вызвал в нем большое потрясение, и после этого пожара больше влияния на царя стали оказывать уже члены избранной рады. Тогда, в принципе, и появилась избранная рада. И в хронологическом порядке эти события располагаются, вот как приведено на экране, ГБ, АВ, в таком сочетании, в таком и последовательности. Восьмое задание и несколько следующих заключается в том, что вы должны были заполнить правильные понятия, пропуски правильными понятиями. Введение опричнины Иваном Грозным,
было вызвано сложностями внутренней обстановки в стране, начавшейся в 1558 году, ну, конечно же, Ливонской войне. Ливонская война началась в том году. Кризис обострился отставкой Иваном Грозным избранной Рады или членов избранной Рады, если так напишите, я засчитаю избранной Рады, потому что Ивану Грозному уже в 60-е годы все меньше нравилось делить свою власть с избранной Радой. Он был по натуре правителем абсолютным, таким деспотом, тираном и не терпел никаких советов. И если в начале своего правления он еще терпел своих советников, то уже в 60-е годы он стал все меньше и меньше им доверять. Смертью митрополита Макария, митрополит Макарий IV пропущен под цифрой 4. Макарий был очень известным церковным деятелем на Руси, он составил великие чети Минеи, своеобразный сборник, в котором было очень много религиозных текстов, и они были расставлены по тому времени, в какое надо их читать, в какой день, какое произведение читать. От этого они получили свое название. И Иван Грозный очень уважал Макария, но как раз в эти годы он умер. В 1564 году Макарий умер. И он удерживал царя в рамках благоразумия как раз. И бегством за границу князя Курбского, князя Андрея Курбского. 3 декабря 1564 года Иван Грозный забрал с собой государственную казну, библиотеку, почитаемые иконы, символы власти, вместе с женой Марией Темрюковной. Тогда уже Иван Грозный был женат вторым браком на кабардинской княжне Марии Темрюковне. Первая жена его также уже умерла, Анастасия Романовна Захарина Юрьева. И, кстати, Иван Грозный обвинял членов избранной Рады в ее смерти. И это также стало одной из причин охлаждения отношений между Иваном Грозным и членами избранной Рады. Вместе с женой и детьми внезапно покинул Москву, конечно же, свою столицу, выехал на Богомолье в село Коломенское, а уже оттуда направился в Александровскую слободу. И отрекся от престола по причине гнева на бояр, конечно, воеводских и приказных людей. В принципе, с того отрывка, которое в прошлом задании было о введении опричнины, вы могли это понять и вставить, что именно бояре тут, потому что воеводские приказные люди, они также упоминались. Писаны вот измены боярские, воеводские и всяких приказных людей, то есть тех, кто сидели в приказах. Поэтому и тут пропущен только бояре. Девятое. Также нужно было пропущенное понятие, название вставить. После похода 1550 года царь Иван Грозный, конечно же, его советники из избранной Рады, решение возвращать войска в центральный район России, зимовать в пограничье, вместе одновременно решили в 30 верстах от Казани, вместе впадения в Волгу, река Волга, конечно, потому что Казань стояла на реке Волге, и рядом с Казанью в 20 километрах как раз и была построена крепость Свиярск. Четвертое – это Свиярск, как раз притоки реки Волги, реки Свияги. Поэтому-то она и получила свое название Свиярск. Этот город и должен был стать русской базой для наступления на Казань. Летом 1552 года русское войско двинулось на Казанское ханство. В конце августа 150-тысячное войско при 150 пушках, просто в шестом правильный ответ пушки, пропущено слово пушки. Так вот легко осадило Казань. И решающий штурм предприняли 2 декабря, через день после праздника Покрова Богородицы. Вот, и как раз в честь этого праздника
храм, который нам известен под именем Василия Блаженного, и назывался на самом деле Покрова Богородицы. Храм был построен в Москве. Это восьмое в Москве, в честь штурма Казани построили грандиозный храм. И как раз его назвали в честь праздника Покровский собор или Покрова Богородицы, но в народе он, конечно, известен как храм Василия Блаженного. И таким образом присоединение Казанского ханства, конечно же, способствовало не только освоению края русскими крестьянами, но и развитию ремесла и так далее. Ну, если вы ответите последним Поволжье, я засчитаю Казанского ханства или Поволжье. Я оба этих варианта засчитаю как правильный. Любой из этих вариантов засчитаю как правильный. Десято нужно было к событию верную дату поставить. Взятие Полоцка русскими войсками — это 1563 год. Это цифра 5. Ну, вы могли в столбик поставить как саму дату, так и цифру. Ну, лучше, конечно, цифру поставить. Не зря же я все эти даты привел под конкретными цифрами. Но если вы поставите год к событию, то я все равно засчитаю как верный. Начало Ливонской войны — это 1558 год, цифра 1. Смерть Елены Глинской — 1538 год, цифра 3. Взятие Казани — 1552 год, цифра 2. И убийство митрополита Филиппа, цифра 4, 1569 год. Как раз митрополит Филипп был убит, потому что отказался благословить поход Ивана Грозного на Новгород. И он был убит Малютой Скуратовым, одним из главных опричников и, по сути, самым приближенным опричником к Ивану Грозному. Малютой Скуратовым. Зловещий был человек. 11-й текст, он, как вы можете, в принципе, понять, посвящен Ливонской войне, и поэтому тут вы должны были вспомнить понятия, термины, даты, имена, связанные именно с Ливонской войной. В январе 1558 года началась Ливонская война. Конечно, но магистр Кетлер признал себя вассалом польского короля Сигизмунда III, второго, простите, Сигизмунда II, имя короля Сигизмунд II. В 1569 году в Люблине была заключена государственная уния между Великим княжеством Литовским и Королевством Польским. Оба государства объединились в единую Речь Посполитую. Речь Посполитая переводится как Республика Великопольская, потому что тогда вообще она была объявлена республикой. Потому что, по сути, ну, конечно, король ее управлял, но официально называлась республика. Республика Великопольская, речь. Речь-то Республика Посполитая Великопольская. Потому что после этого короли в основном избирались на сейме. Короли Речи Посполитой избирались на сейме. Поэтому там такой четко устоявшейся династии не было. Ну, хотя сначала была в 17 веке династия Ваза, но после правления нескольких ее представителей она прервалась. Прервалась. Но все равно даже короли из этой династии, из Ваза, должны были избираться на сейме. Так, в четвертом королем стал датский принц Магнус, женатый на племяннице Ивана Грозного, уцелевшей дочери князя Владимира Старицкого, Марии. Владимир Старицкий, он был как раз тоже убит в годы опричнины, и его мать также была убита, и некоторые его дети были убиты. Но вот Мария как раз выжила. Ее не приказали убить, и поэтому она осталась в живых. В 1575 году в Речи Посполитой на престол был избран трансильванский князь Стефан Баторий. Стефан Баторий – талантливый полководец, сторонник централизации государственного управления. И это действительно было так. Он был человеком талантливым. И хорошо для России, что он не так долго проправил. Он умер в 1586 году, потому что если
если бы он дожил до времен смуты в России начала 17 века, то, возможно, он бы действовал гораздо более успешно и хитро, чем в реальности правивший тогда Сигизмунд III в Речи Посполитой. Но, к счастью, он умер раньше. В 1579 году возобновила военные действия Швеция, да. Тем временем польский король взял Полоцк и Великие Луки, а в 1581 году осадил Псков. Псков 5 месяцев оборонялся, осенью 1581 года началась осада еще в конце лета. В начале осени началась она, и в начале 1582 года она закончилась. Так и не смог Стефан Баторий взять Псков. И это, конечно, спасло Россию, спасло планы дальнейшего наступления, сорвало планы дальнейшего наступления Батория на Россию. В 1582 году в Ямзаполье было заключено перемирие с Речью Посполитой. Место, в котором было заключено перемирие, называлось Ямзаполье, поэтому Ямзапольское перемирие. Потому что обычно, запомните, всегда все эти мирные договоры заключались по названию места, где они как раз и были подписаны, где собрались делегации для их подписания и где они были подписаны. Всегда они в основном называются по месту своего заключения. И последнее это 1583 год. 1583 год. Уже в плюсе был заключен мир со Швецией. Мир со Швецией. 12-е. Правильный вариант. Третий. Какой ряд дат связан с этапами закрепощения крестьян? Это третий ряд. Третий ряд и события из этого ряда. 1597 год, это введение Юрьева дня. Как раз в том году был издан судебник, и по нему был впервые введен Юрьев день. То есть теперь крестьяне только за 2 недели до него и через 2 недели после него могли перейти к другому владельцу. Если раньше они могли в любое время перейти, то сейчас это ограничивалось одним месяцем в году. Осенью. Юрьев день был осенью, в ноябре. В ноябре был Юрьев день, и вот в это время, после завершения всех работ сельскохозяйственных, крепостные крестьяне, заплатив пожилое, могли уйти, сменить своего владельца. 1581 это введение заповедных лет, это годы, когда были отменены заповедь, это вообще запрет, и заповедные лета это когда был вообще отменена возможность перехода крестьян от одного владельца к другому. Сначала они вводились как временная мера, но затем стали постоянными. И 1597 год это введение урочных лет. Урочные лета это время, сколько разыскивается лет беглый крестьянин, сколько лет он ищется. В 1595 году он разыскивался 5 лет. Ну, потом срок урочных лет все рос и рос. И в конце концов, по соборному уложению 1649 года урочные лета стали бессрочными, то есть теперь всю жизнь разыскивали беглого крепостного. Если раньше можно было ему как-то отсидеться лет 5, и уже после 5 лет его не разыскивали, то теперь уже ему никак и нигде не было спрятаться. Его искали всю жизнь, до самой смерти его искали. Вот это и называется бессрочный сыск беглых. Какое из перечисленных понятий 13-е задание является лишним в данном ряду? Лишнее это, конечно, Андрей Рублев. И остальных объединяет то, что это печатники книг, изготовители печатных книг. Потому что Петр Мстиславец и Иван Федоров это
первые люди в московском государстве, которые начали печатать именно книги, а не переписывать от руки. Иоганн Гутенберг – это первый вообще в Европе, кто стал так делать. Кто стал так делать. И Франциск Скорина – это печатник в Беларуси, очень известный в Беларуси. Вот запомните тоже. Его имя встречается иногда в текстах олимпиадных заданий. Второй ряд. Вот вы видите его. Лишнее тут, конечно, местничество. Потому что все остальные понятия, Юрьев день, пожилое, заповедные лета, урочные лета, это понятия, относящиеся к крепостному праву. Из предыдущего задания вы уже могли, в принципе, это понять, это определить. Если вы правильно ответите на предыдущее задание, то этот ряд у вас не должен был вызвать никаких сложностей. 14 задание. Опять ставьте пропущенные термины, но тут уже их нужно, они вам все даны, и их нужно просто поставить верные буквы к этим пропускам, к этим пропускам. И один это Б. Так появились первые приказы учреждения, ведавшими отраслями государственного управления или отдельными регионами страны. Это приказы. Дворянская служба ведал и разрядный приказ. Второе это и иностранными делами управлял посольский приказ. Это Д. Посольский приказ. Его первым руководителем был дьяк Висковатый. Иван Михайлович Висковатый. Четвертое К. За государственными землями, раздаваемыми дворянам, следил поместный приказ, потому что поместья назывались те земли, которые раздавались дворянам. И логично, что приказ, который всем этим управлял, назывался поместным. Это В. 5В. Территорию присоединенных в этот период ханств ведал Казанский приказ. Из всех перечисленных приказов, в принципе, несложно догадаться, что только этот связан с новоприобретенными землями. Это Казанский приказ. 6Е. Раньше сбор налогов поручался великокняжеским наместникам, управлявшим на основе системы кормления. Кормление, конечно, М, 7М. Кормление – это такая система, когда управленец, воевода, который управлял местным регионом, кормился за счет населения. То есть население само должно было ему вполне официально приносить еду и другие предметы потребления. Одежду тоже. И это, конечно, понятное дело, открывало путь для злоупотреблений, потому что воевода этот управляющий мог требовать себе очень много, потребности этого человека безмерны, и это открывало путь к такому очень сильному даже мошенничеству и коррупции, и злоупотреблениям. И чтобы это как-то преодолеть, кормления были запрещены. И теперь местное управление было передано в руки губных старост. З, 8З, губных старост. Они избирались из местных дворян. Так, в середине 16 века, конечно, Ж, 9Ж, в России складывался государственный аппарат, характерный для формы правления, известный как сословно-представительная монархия. Это пока еще не абсолютная монархия. 10А. Обратите внимание, абсолютная монархия появилась в России уже в 17 веке. И как бы Иван Грозный не хотел, все равно ему не удалось все эти органы, Боярскую думу и Земский собор, полностью подчинить своему влиянию. Все равно там оставались черты своего мнения. Поэтому в 16 веке пока еще сословно-представительная монархия существовала. Уже в 17 веке в России абсолютная монархия установилась. 15 задание, связанное с терминами. Нужно поставить было верные термины к определениям их.
вотчина. Это третье определение, это наследственное земельное владение феодала, потому что отчина-вотчина передавалась по наследству от отца, поэтому и отчина или вотчина, и наследовалась сыном потом, пожилое. Это пятое, установленное законы и плата присяйна владельцу земли за право уйти на другие земли. Ну, понятия, связанные с крепостным правом, вы должны знать. Они тоже довольно часто встречаются в текстах Олимпиад. Поместье, первое определение. Вид феодальной земли и владения в России. Впервые поместье появляется в 14 веке как владение, предоставляемое за несение военной службы, без права передачи наследнику. По наследству. Без права передачи по наследству. Это как раз именно поместная система. Ну, кстати, уже в 16 веке при Иване Грозном все чаще даже поместья все же передавались по наследству сыновьям, но на условии того, что сыновья продолжат службу отца, потому что отцу-то на определенных условиях давали эти земли, и если сыновья его службу продолжают, то пусть владеют этой землей. Никаких в этом проблем уже не было. Это уже появляется в 16 веке, такой принцип. И опричнина Г. Это второе определение. Удел, выделяемый вдове великого князя помимо, то есть оприч. Это уже тут можно спокойно догадаться, что это оприч помимо всех прочих уделов. И в 1565-72 годах особый царский удел Ивана IV с особым судом, войском, госаппаратом. Это опричнина, конечно. И лишнее определение обозначает термин урок. Урок. Какое тут лишнее определение? 1, 2, 4. Лишнее определение. По налоговой реформе княгини Ольги фиксированный размер дани, взимаемый с подвластного населения. Это, конечно, урок. Взимался он в местах, которые назывались погостами, а размер этой дани, это урок, конечно же, это урок. 16-е задание. Опять хронологическая последовательность. В этом задании нужно каждое число поставить на верное место. Если вы перепутали между собой два, например, и написание 4, 2, а 2, 4, а дальше все верно, то снимаются 2 балла. Каждая цифра должна стоять на своем месте. Сначала перенос центра метрополии в Москву. Это событие еще 14 века при Иване Калите произошло. Затем присоединение Новгорода к Москве, это 1478 год при Иване III. Далее разгром Ливонского ордена, это 60-е годы уже 16 века. Начало 60-х годов, уже в самом начале Ливонской войны, ордену были нанесены, в принципе, тяжелейшие поражения. Была захвачена очень большая часть его русскими войсками, поэтому он фактически прекратил свое существование. Люблинская уния, это 1569 год, как раз под угрозой того, что Россия захватит всю Ливонию, и объединились Польша и Литовское государство. Поход Ермака в Сибирь. Это 1581-1585, но считается это событие, конечно, по первой дате, по дате начала. А это 1581 год. В этом году начался этот поход. И Плюский мир это 1583 год. Таким образом, порядок 4-2-1-6-3-5. В 17-м опять-таки нужно запомнить пропуски. На этот раз в теме о культуре. О культуре 16 века. Самое высокое сооружение столицы, колокольня Ивана Великого, конечно же. На Красной площади в память о взятии Казани вырос собор Василия Блаженного, или Покрова Богородицы, или Покровский собор. Я, в принципе, любой вариант засчитаю по смыслу верный. Засчитаю, так что не волнуйтесь. О взятии Казани. Ну, это известный очень собор, догадаться тут несложно.
Но даже в Москве основным строительным материалом оставалось дерево, конечно, из-за чего многие строения не дошли до наших дней. Все-таки каменные строения дошли до нас в гораздо более полном объеме, потому что строились из камня. А вот дерево, оно быстро гниет и легко горит, и поэтому оно такое гораздо менее долговечное, чем камень. Успехи литературы также были большими, создаются как поэтические сочинения, вроде сказания о Магнет Салтане, так и нравоучительные, вроде Домостроя, написано духовником царя попом Сильвестром. Домострой. Известное произведение тоже 16 века, где давались советы о том, как нужно вести свое хозяйство и как нужно обращаться с членами своей семьи. Это были наставления отцу, то есть главе семьи, как нужно вообще строить дом свой. Поэтому и назывался Домострой. Яркой страницей является переписка Ивана Грозного с иностранными правителями и беглым боярином Курбским. Курбским, конечно, это был беглый предатель, по сути, Руси, России. Также при Иване Грозном был открыт Московский печатный двор, где в 1564 году первопечатником Иваном Федоровым, или, могли написать Петром Мстиславцем. Это тоже верный ответ, я зачитаю любой из них. Была издана книга «Апостол». Называлась эта книга «Апостол». Это была книга религиозного содержания, она и раньше была на Руси, но она в рукописном виде. В рукописном виде, а вот Иван Федоров напечатал первую именно датированную книгу на Руси. 18-е задание довольно интересно, оно больше на сообразительность и на логику, ну, конечно, и на знания. Нужно было соотнести предложенные варианты с причиной следствия, с событием непосредственно, и написать, причина это или следствие. Созыв Земского собора, к нему относится издание нового судебника. Издание нового судебника – это, конечно, следствие созыва Земского собора, потому что на Земском соборе этот судебник и был принят. Ливонская война Тутге, желание утвердиться в Балтийском регионе – это, конечно, причина. Желание утвердиться на Балтике – это причина Ливонской войны. Это причина. Ведение заповедных лет. Следствием этого оказалось то, что крестьяне оказались сильнее привязаны к землевладельцам. Это следствие, потому что введены заповедные лета были как раз для прикрепления крестьян к владельцам, потому что из-за разорения они бежали, и владельцы их разорялись. А владельцы крестьян как раз были основой армии русского государства в то время. И поэтому их разорение было крайне невыгодно царской власти. Именно поэтому и были введены заповедные лета. Издание Стоглава. К этому относятся непорядки в церковных правилах, и эти непорядки стали причиной, почему этот Стоглав был издан. Почему этот Стоглав был издан? Потому что следствием не является после издания Стоглава хотя бы эти непорядки в основном прекратились. В правилах, во всяком случае, точно прекратились. Как это было в жизни, это трудно сказать, но хотя бы единый свод правил появился в церковной жизни. Ссылки и убийство митрополита Филиппа – это отказ митрополита благословить царя. И отказ митрополита как раз стал причиной ссылки и затем убийства митрополита Филиппа. В 19-м задании речь идет опять-таки о последнем периоде Ливонской войны. Город, который тут описывается, это Псков. Год 1581. Тут как раз рассказывается про оборону Пскова от войск Стефана Батория, польско-литовского короля. И началась она в 1581 году, но допускается ответ и 1582 год. Допускается такой ответ. В 20-м задании описание идет Домострой, конечно, и автор Сильвестр, потому что тут три
основные части диктовали правила в отношении духовного строения, то есть религии мирского строения, семейных отношений, домового строения, ведения хозяйства. Как раз это домострой, по сути, свод советов, свод правил, как нужно вести свое хозяйство отцу, то есть главе семейства. Там, конечно, была патриархальность, женщина никаких прав по домострою не имела, она должна была слушаться мужа, но и муж должен был обязан был хорошо относиться к своей жене, то есть это такой своеобразный свод правил. И эти правила иногда тоже встречаются в текстах олимпиадных заданий, так что будьте внимательны. 21 отрывок — это послание Андрея Купского, конечно. Андрея Купского, о каких пригородных царствах идет речь? Это Казанское и Астраханское ханство. Они были присоединены в 1552 и 1556 годах соответственно. Это были осколки Золотой Орды, которые Русь раньше подчинялась. Именно поэтому автор вспоминает о рабстве предков по отношению к ним. Раньше Русь, основные русские княжества были подчинены Орде, то есть были, по сути, ее рабами. Но при Иване Третьем это освободилось. И как раз Казань и Астрахань были частью прежней Золотой Орды и, по сути, оставались ее наследниками. А Иван Грозный покорил эти ханства. 21.2. Это Ливонская война, конечно. Войсками несправедливого царя взяты крепчайшие крепости немецкие. Ливонская война началась в 1558 году, когда началась и с кем оно сражалось. Закончилось поражением России. Вы можете просто написать поражением России, не указывать, какими мирными договорами закончилась эта война, просто указать, что Россия потерпела поражение. Но если укажете договоры, это только лучше. Русское государство в войне сражалось с Ливонским орденом, Швецией и Речью Посполитой. Ну, можете также упомянуть Данию. Но это не принципиально. Все-таки основными врагами были вот перечисленные. Их главное упомянуть. А Данию можете не упоминать. Я не буду за это снимать баллы. Автор данного исторического источника Андрей Купский, конечно. Он был приближенным Ивана Грозного и членом избранной рады. В каких обстоятельствах он написал процитированный текст, он находился тогда в бегстве в польско-литовском государстве. Он сбежал под страхом ареста и казни своей, потому что уже в 60-е годы начал Иван Грозный тяготиться в зависимости от избранной рады. И он и Адашева арестовал, Сильвестра просто в монастырь сослал, где тот и умер, в далекий монастырь на севере, а Курбский тоже побоялся, что его казнят, и бежал в польско-литовское государство. 22-е задание рассказывается о книгопечатании, как изготовлялись книги до изобретения книгопечатания. Они писались от руки, конечно. Укажите наиболее распространенный дорогой материал для создания техник. Это пергамент. Пергамент. Делался он из телячьей кожи. Пергамент как раз и был до появления бумаги основным пишущим материалом во всем мире. Следующий пишущий материал — пергамент, сменился бумагой. Изобретена бумага была в Китае. Тут вы должны были привлечь уже знания по всеобщей истории, что бумага изобретена была впервые все-таки в Китае. В Китае много чего было изобретено, и компас, и порох, ну, в том числе и бумага. Первой датированной русской печатной книги — это «Апостол», конечно, а в Европе первопечатником был Иоганн Гутенберг. И изобрел он свой станок в 15 веке. В 15 веке это тоже вы должны были привлечь знания из курса всеобщей истории. 23-е задание — работа с картой. Это, конечно же, карта Ливонской войны, годы ее 1558-1583 годы.
новое государство создано в ходе этой войны. Речь Посполитая, конечно, и Люблинская уния. 1569 год, вы, в принципе, можете догадаться без труда по этому году, что это именно Люблинская уния. И Речь Посполита, появилось новое государство, которое окончательно было уничтожено в 1795 году. Там было три раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией. И оно закончило свое существование в конце 18 века, а появилось в 1569 году. Города, которые отошли к Швеции, это Ям, Копорье, Ивангород и Карела. Вот вы видите Копорье, Ивангород, Ям и Карела. Синим как раз обозначены те земли, которые отошли к Швеции по результатам Прусского мира. Вот эти четыре основных города и отошли. И как минимум два города вы должны назвать. Если назвали как минимум два, я за это поставлю вам полные 2 балла. Если назвали больше, то это хорошо. Но больше я вам за это не поставлю, конечно, баллов. Но все равно хорошо, молодцы, если вы больше укажете городов. И последнее задание, оно опять-таки связано с архитектурой. Какой архитектурный памятник был построен в правлении Ивана IV? Указать настоящее название, а также прозвище, под которым он больше известен. Первое – это церковь Вознесения в Коломенском. Она была построена при Василии III, как раз в честь рождения Ивана Грозного. Третье – это Архангельский собор. Он был построен при Иване III, вернее, уже при Василии Третьем, Василия Третьем, начале правления Василия Третьего. Это усыпальница московских князей. Четвертое, это вообще здание Смольного собора. Оно было построено в 18 веке. Ну, по архитектуре оно, конечно, очень отличается. Поэтому вы без труда определите, что это, конечно же, не 16 век, не 16 век. А вот второе как раз относится к периоду Ивана Грозного. Это, естественно, собор Василия Блаженного или Покровский собор. Настоящее название Покрова Богородицы или Покровский собор, а прозвище, соответственно, собор Василия Блаженного. Таким образом, всего за работу вы могли получить 122 балла. Спасибо за внимание. Я надеюсь, у вас не вызвало затруднения решением заданий данной контрольной работы. До свидания.